Омский областной суд отклонил апелляционную жалобу Алексея Никитина, виновника октябрьской аварии, в которой погибла молодая пара из Ноябрьска. Никитину отказали в облегчении условий приговора и штрафа, который внезапно перестал его устраивать. Но это еще не конец, цитирует осужденного «Комсомольская правда». Никитин намерен подать новую жалобу. Причем ранее он был полностью согласен с условиями приговора. 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима и выплата семьям погибших 6 миллионов рублей. Он даже начал выплачивать деньги, но вскоре отказался, сославшись на то, что его доходы не позволяют этого сделать. Также он попросил заменить колонию общего режима на колонию поселения, предъявив медицинские справки о том, что у него имеются проблемы со здоровьем. Суд жалобу отклонил, и приговор остался в силе, но Никитин намерен подавать новую апелляцию. Напомню, авария случилась 12 октября прошлого года. Тогда пьяный Алексей Никитин вылетел на обочину и сбил молодую пару Артема и Ксению. 20-летняя девушка и ее 26-летний жених погибли. Позже выяснилось, что Ксения была на втором месяце беременности.